Вот, собственно, видео с терминала. Получили рыбку частично. Пойдемте покажу. Здесь у нас мурманский лосось. Категория 3-4. Категория SUP, это супер считается. Одна из выше. Собственно, сними, пожалуйста, вот. Приходит она вот в таком льду, да, то есть держит. Все, сейчас моя задача доколупаться. Вот, в таком вот виде она приходит, лосось, да, то есть лед. Проверим ее состояние. Жабры, смотрите, свежачок фиолетовый, да, то есть для лосося это считается идеальным цветом жабр, да, то есть у каждого они свои. Для какой-то рыбы жабры более красные, для какой-то конкретно лосось идет, у него фиолетовые. Мурманская форель тоже жабры фиолетовые. Осетия жабры красные. Внутренность, то есть брюшко плотное, да, то есть ребра не торчат, рыба не разваливается. Запах прекрасный. Все. Убираю данную рыбку. И сейчас она направится в магазин на Советской Армии 49, куда уже ранее, наверное, приехала осетинская форель. Ее мы получаем с другого терминала. И также по вашим заказам звоните, пишите. Ребята рыбку вам доставят. Ну все, всем хорошего дня.